Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Merit Protocol. Merit Protocol в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сегодня самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование Merit Protocol с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас представлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Также на главной страничке мы видим видеоинтервью основателя проекта. Ниже нам предоставлены примеры цифровых активов без платы и без посредников, которые нам предлагает данное ICO. Также Merit Protocol нашла решение таких проблем, как высокая загруженность, высокая комиссия, маленькие проекты, сложные инструменты, и предложила свое решение децентрализованное создание и распространение заказных цифровых активов для частных лиц, сообществ и предприятий. Нам рекомендуется создать свой собственный цифровой продукт самостоятельно и управлять своим дистрибутивом. Также на данной платформе мы можем создать свой собственный цифровой токен с использованием протокола Merit. Ну, Merit Protocol – это открытый протокол для самостоятельного создания и обслуживания одноранговых финансовых контрактов по технологии блокчейн. Ниже нам предоставлено, схематически показано построение блок-токенов. Также мы можем создать свои надежные сети на сервере Merit DApp и распространять свои токены в своих сообществах. Также можно будет открыть свой счет Merit на Merit DApp и распределять свой токен на рынке. Токеном протокола Merit является токен MTT. Спрос МТТ будет увеличиваться с учетом объема цифровых активов, выпущенных по протоколу. Также мы можем видеть основную информацию о токене. Мы видим, что символ МТТ – это стандарт токена ERC-20. Минимальный взнос, общее количество токенов и доступные токены для продажи. Вся эта информация есть. Также нам графически предоставлено рассмотреть распределение токена и также распределение бюджета. Относительно распределения токенов, здесь можно отметить, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Что же касается распределения бюджета, здесь мы увидели, что часть пойдет на развитие платформы, оборудование, также это будут административные аспекты, операционные расходы, маркетинг. Также нашему вниманию предоставляется дорожная карта. Мы видим, запуск проекта начался в сентябре 2017 года. Здесь можно отметить четко распланированный график
развитие проекта идет за планом, команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Так, что касается команды, то здесь все хорошо и внушает спокойствие. Ведь над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалют и маркетинга. На сайте также есть возможность скачать white paper и ознакомиться более подробно с разными аспектами этого проекта. Также мы видим партнеров этого проекта. Внизу сайта нам предоставлены социальные сети, в которых предлагают нам стать подписчиками этого проекта, получать еще больше информации, быть в курсе последних событий. Ну и если посмотреть на все факты, информацию полученную, то мы можем видеть, что проект уже имеет достаточно хорошие показатели работы, который привлекает к себе все большее число участников. Его активные темпы роста обусловлены многочисленными достоинствами, которые ему присущи даже на самых ранних стадиях развития. На этом обзор нового ICO проекта Merit Protocol закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!